Состоялся первый этап внеочередной конференции Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия». Встреча прошла в дистанционном режиме. Из администрации городского округа Люберцы к собранию подключились 7 делегатов, в том числе и секретарь местного отделения партии Владимир Ружицкий. Перед обсуждением повестки участники конференции подвели итоги предварительного голосования, а также обозначили первоочередные задачи, которые стоят перед партией. Начиная со 2 июня нам нужно провести максимальное количество встреч, на которых должен состояться прямой и честный разговор по той программе, которую мы шли на выборах в 2016 году. Нам нужно на этих встречах набирать максимальное количество предложений, пожеланий, наказов, которые должны лечь в основу предвыборной программы партии. На конференции единогласно утвердили список делегатов, которые примут участие в 20-м съезде политической партии. Также представители фракции поддержали решение о досрочном прекращении полномочий члена Президиума регионального политического совета Эльмиры Хаймурзиной.